Сегодня на футбольном поле Магаса прошел международный фестиваль «Локобол 2015 РЖД». В нем приняли участие 15 футбольных команд. О том, какая из них показала наилучший результат, расскажет Салим Хамхоев. Шестой год подряд в Ингушетии под эгидой компании «Российские железные дороги» и футбольного клуба «Локомотив Москва» проходит международный фестиваль детских команд «Локобол». Президент Федерации футбола Ингушетии Мухаджир Евлоев пожелал всем участникам хорошей игры, отметив, что данный турнир откроет новые имена будущих профессиональных футболистов. Команда, которая здесь займет первое место, эта команда поедет в Ростовскую область, город Азов. Там пройдет межрегиональный турнир. Победитель межрегионального турнира попадает во всероссийский турнир. И победитель всероссийского турнира попадает в международный турнир. 15 команд сойдутся в футбольных баталиях, и все настроены только на победу. Первыми выясняли, кто сильнее, ребята из Плиева и Якажева. В упорной игре ребята завершили матч со счетом 0-0. Но после серии пенальти команда Якажева уходит с поля победителями. Далее турнир продолжается с очевидным превосходством двух команд из сельского поселения Якажево, которые, приближаясь к финалу, очень болели друг за друга. С Якажево пришли две команды, Якажево 2 и Якажево 3. Сейчас мы вышли в финал, Якажево 3 команда, Якажевская 3 команда. А сейчас на поле играет Якажево номер 2. Мы хотим, чтобы они выиграли, и мы болеем за них очень сильно. Мы хотим встретиться с ними на поле, чтобы мы нашли достойных соперников. Наблюдая за игрой, президент Федерации футбола Ингушетии Мухаджир Евлоев отметил, что Руслан Дарбазанов и Ильяс Амхадов из команды «Магас» смогли бы достойно выступать в дубле «Ангушта». Меня заметили на турнире и позвали в клуб на дубль «Ангушт 2» за хорошую игру. Пригласил меня в «Ангушт младший «Ангушт» пригласил. Ну ты считаешь, что это какое-то достижение для тебя? Да, достижение. Новый этап для меня. Начало карьеры. В финале две сильнейших команд республики показали продуманные комбинации, великолепные пасы. Но победитель в игре лишь один, и им стала команда Якажево 3, которая отправится отстаивать честь республики в город Азов, где встретится с лучшими командами Северокавказского и Южно-федеральных округов. Салим Хамхоев, Адам Шибилов, Новости 24.